Так, сделала себе масочку. 5 делаю каждый день. Вчера даже 2 или 3 раза делала. Но вот эти участки, где меня эти прыщи, мы задолбали. Во Львов приеду, прыщи. В Киев вернусь, прыщи. Когда живу какой-то период, нормально все. Не знаю, может, это так связано просто, ну, так совпало. Вот эту масочку сделала. Не знаю, на мейкап зашла, она там 60 гривен стоит. И 40 с чем-то стоит такая зеленая аптека. А я зашла вчера в Ашан, на сайт Ашана. Там 30 с чем-то. Я не буду брать на мейкапе, потому что это капец, обдираловка. 10 гривен на маске. Вот, я хочу просто их несколько штук взять. Но в Ашане не было разнообразия. Ну, поеду, возьму то, что есть. Это точно там была, вроде бы. Вот, короче, делаю сейчас масочку себе. И, наверное, с Виталиной сходим в Ашан сегодня. Я вообще хочу ее сводить в центр. Ника! Захлебывается, лапу лежит. Хочу сводить ее в центр на Подол. Мы хотим днем пойти, чтобы, ну, может, не днем, может, во второй половине дня просто попасть в музей. Музей одни в улице. Мы там были уже когда-то. Ей там очень нравится. Она просилась еще. Еще в музей палеонтологии она просится. Но, думаю, в палеонтологию мы сходим, когда будет уже попрохладнее. Когда уже нечем будет заниматься, начнем ходить по музеям. Короче, посмотрим, может быть, я сегодня... Нет, сегодня не поедем, потому что сегодня мне в спортзал. Сегодня не. А, скорее всего, что завтра с утра пойду тоже, наверное, в спортзал. Вечером сегодня с мужем иду в спортзал. Короче, посмотрим. Хочу сводить ее в музей. Кстати, сегодня 1 сентября, вот, но у нас учеба начинается с 5. Вот, так что у нас еще свобода почти целая неделя. Масочка так холодит, приятно. Я почистила прыщики, какие у меня были на лице с утра. Умылась вот этим вот. Вид Яка фирма. Яка, такая украинская фирма. И называется для инфикованной шкиры. Честно говоря, такое. Дегтярка лучше. Не могу найти ни для дегтярное мыло. Как найду, куплю. Буду умываться только им. Вот. Так что буду сейчас... Хочу бургеры, котлеты на бургеры поджарить. Сейчас выпью еще 4 стакана воды. А потом только буду кушать. Жарю котлеты на бургеры. Калинка уже проснулась. Сейчас я сделаю бургер, коктейль молочный с лосиной. Вот. Будет такой вкусный завтрак. Завтрак. Такой бургер. Такой коктейль. Вкусно? Лусковых семечек куча. Скушала бургер. Очень вкусно было. Так. Протеина. Вот этот батончик открыла я. Вот такой вот он. Такой молочный. Клубничный вкус. Еще такой банановый попробую обязательно, если они будут. Вот. Понравился. В принципе, неплохой. Но чувствуется вот именно, знаете, как на Milky Way похож. Вот. Ну, такой прикольный. Так, опять готовлю компот. У меня еще там осталось один глечик, но как раз сварю.
будет про запас чуть-чуть наперед, пока остынет, как раз тот и допьют уже алыча и лохина, или как она называется по-другому, а я забыла. Ну, короче, вы поняли меня. Не черника, а голубика. Вот. Такой будет компотик. Наталинка очень любит компотики пить. И Артур сейчас пьет компоты, поэтому я варю сейчас интенсивно. Так, и в конце добавила мяту в компотик. Все. Сейчас закипит. Я накрою крышкой. Настоится, будет ароматный. Классный компот. Мята очень вкусная. В компотах базилик можно добавлять, лимон. Вот. Сейчас на сладость попробую. Еще ложечку добавлю, кисловатый. Мята уже дала свой свежий вкус. Класс.